дом номер 17 на Вишневом переулке, просто-напросто спроси у полисмена на перекрестке, и ты его сразу найдешь. Это самый маленький домик в переулке, а живет в нем семейство Бэнксов. «Это ваша новая няня, дети», — сказала миссис Бэнкс. «Поздоровайтесь, это Мэри Поппинс». «Сейчас, дай подумать», — сказала Мэри Поппинс. «Ага, по-моему, первый поворот направо, а там второй дом на левой стороне». «Откуда вы знаете, что говорит моя собака?» «Он не пойдет», — сказала Мэри Поппинс. «Не пойдет без своего друга». На его ладошке лежал компас. Компас Мэри Поппинс. «Она отдала его мне!» – неожиданно разревелся Майкл. «Она сказала, что он теперь мой!» Им было действительно не по себе. Дети чувствовали, что-то должно случиться в доме номер 17 по Вишневому переулку. А что, они не знали. И от этого было еще. И ветер подхватил ее и понес. Дорогая Джейн, Майкл получил компас, так что портрет твой. Арвуар, Мэри Поппинс. Сначала появилась няня Грин, но она ушла не прошлой недели. Ее сменила няня Браун, которая как-то пошла гулять и пропала, а вместе с ней пропали все серебряные ложки в доме. Thank you.
ребят,